на завтрак в выходной день, когда хочется побаловать себя чем-нибудь не только полезным и сытным, но и вкусным, хочу предложить вам очень классную идею, запоминайте и повторите на своей кухне. Предлагаю вам подробную инструкцию, как приготовить французские тосты с карамелизированными бананами. Если десерт только для взрослых, то можно добавить немного рома в карамель, будет очень здорово. Это очень простой десерт, но невероятно вкусный, так что не проходите мимо. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. В глубокую и широкую емкость вбейте яйца, добавьте молоко, сливки, корицу, тщательно взбейте до однородности. 2. Выложите ломтик хлеба на 30 секунд. 3. После переверните и подержите еще 30 секунд, на сковороде тем временем растопите сливочное масло. 4. Выкладывайте ломтики хлеба на сковороду и жарьте около 3 минут до румяности с обеих сторон. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Параллельно подготовьте все ингредиенты для карамели, бананы очистите и нарежьте кружочками, на сковороде растопите сливочное масло с сахаром. 6. Выложите бананы в карамель, добавьте корицу и мускатный орех для аромата, по желанию влейте ром, на среднем огне томите бананы 2-3 минуты, затем аккуратно переверните и обжарьте до румяности со второй стороны. 7. Готовые тосты выложите на тарелку, дополните карамелизированными бананами и подавайте к столу. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Яйцо, 3 штуки. Молоко или сливки, 1 стакан. Корица, 1/2 чайных ложки. Хлеб, 8 ломтиков, лучше вчерашний. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Банан, 3 штуки. Корица и мускатный орех, по вкусу. Коричневый сахар, 1/2 стакана. Сливочное масло, 100 грамм. Карамель, ром, 50 миллилитров, по желанию. Количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Друзья, до новых встреч!